Вначале думаешь, здесь невиновен я. Но часть моей вины уже не растворится. С нечистотой смирился, стал в зеркале свинья. В земном осуетился, и опустились крылья. Что пользы мир спасти, а погубить себя, остаться слева в списке из погибших? Лишенные свободы слова во мне сидят, среди живых глухонемой и лишний. А где доброволец? Кто захватит город? Кто покорит враждебный гарнизон? Истина одна, не нужна ей подпорок. Где вера истинная, жертвует резон. И слово Божие конкретно, неусловно, святые образы, примеры подражания, не наше безразличие с богослужением сонным, в доспехах воина, не в тепленькой пижаме. В короткий миг вся жизнь сжимается до вспышки, свидетельство, приведшее к расстрелу. Твой личный опыт жив, не понаслышке, суждения и советы отнюдь не устарели. Отнятие всего лишения Бог допустит. Понятно, нелегко спокойным оставаться. Взор не сводить с распятого Иисуса. В доверии к Нему залог блаженства, счастья. Вот Он сейчас со мной склонился под ударом. Ему со мной вместе выкручивает руки. Из плена искупления Спаситель дарит даром. Из коммунистического рабства исхищайте внуков. Святые с нами здесь по камерам тюремным. Так уязвимы нежные девицы, заплеванные для ослепших бреньем, божественные стали здесь страницы. Но все, любимое, вводи переоценку, считая ссором ценности мирские. Для Бога жертвуем всегда с большим процентом, от палачей награда, их от души простите. 26 июля 2003 года.